Экологическая акция «Таза Аул» проходит в Бурдулихинском районе области Абай. На благоустройство улиц и дворовых территорий вышли работники различных учреждений и волонтеры. Наш корреспондент Асем Утешева на прямой связи со студией. Асем, приветствую. Асим, какой план работы на сегодня? Расскажите, пожалуйста. Приветствую, Гульдана. Действительно, на протяжении 2 месяцев в Бородулихинском районе прошли уже несколько субботников. Экоактивисты очищали улицы, благоустраивали территории, сажали деревья и вывозили мусор. Теперь же работники государственных учреждений, районной больницы, активисты занимаются побелкой и покраской. Как раз вот сейчас с нами находится руководитель отдела ЖКХ. Здравствуйте. Скажите, какую задачу ставите перед собой? И в целом, какая работа проводится в рамках акции «Таза Казахстан»? Ну, в рамках акции «Таза Казахстан» республиканской, нами, активистами, всеми районного центра села Бородулиха и также полностью по всему нашему району Бородулихинскому сегодня вышло порядка 1000 человек. По нашему селу районному центру порядка 80 человек вышло поддержать данную акцию. Вот, сегодня мы занимаемся благоустройством районного центра, то есть окраска заборов, откос травы. Данная акция нам помогают ЖАС УЕЛЬ, активисты все, волонтеры, плюс госучреждения наши все, которые неравнодушны данной акции. Спасибо большое. Действительно, комплексную работу в рамках благоустройства проводят и представители молодежного ресурсного центра. Давайте с кем-нибудь поговорим. Добрый день. Как работается? Не тяжело ли дышать? Все-таки краска. Что насчет краски? Хочу сказать, что мы работаем на чистом воздухе, и запах краски нам никак не мешает. А что насчет в целом работы, то работа очень интересная и полезная для нас. Например, вчера мы красили, например, сегодня мы красили наше вот ограждение. И хотим, чтобы наше село становилось ярче и красивее. Так что призываем наш народ для того, чтобы мы всегда вот так все вместе собирались и делали наш округ все чище, лучше и ярче. Спасибо большое. Хотелось бы также отметить, что сегодня участники акции обновят всю центральную улицу, обновят краску на ограждениях и побелят деревья и бордюры. Также, как сказали, что сегодня принимают участие 80 человек, а в целом по району в 18 сельских округах принимают участие порядка 1000 человек. Гульдана, на этом у нас все. Вам слово. Асима, спасибо большое. Надеюсь, действительно территория прям преобразится. С нами был наш корреспондент Асем Утешева. Спасибо.